У нас сенсация! Наш Сергей Юрьевич стоит перед новой кашей! Давайте взорим на это зрелище! Вы слышите нас? А, да, Светлана, я вас слышу! Сегодня мы находимся перед национальной гордостью каша! Она очень красная! Также скатываются вон те радостные детишки! Каша – это гордость Москвы! Нам можно посещать каждые выходные! Кушайте на здоровье! Это было очень интересное видео, поэтому мы обязательно прокатимся на этой в горке! Сейчас и Сергей Юрьевич, и Марина Какашечка! Танцует вам погоду. Да, Светлана, сегодня мы расскажем о погоде вместе с Мариной Оставшикова. Итак, сегодня в Москве появилась очень хорошая новая национальность по имени Каша. Марина Оставшикова, что вы можете сказать сегодня о погоде? Я вам могу сказать, что сегодня в школе градусов слишком много, потому что учителя нечаянно пернули. Ну да ладно, я надеюсь, это вам не помешает учиться. А теперь чувская полька. Итак, перед вами прямо сейчас и прямо здесь национальный танец зарубежных акробатистских говноедов.